Хоккейный клуб «Сибирь» вышел из отпуска. Игроки прошли медицинское обследование. Команда вот-вот отправится в Минск, где пройдет первый тренировочный сбор. Занятия по физподготовке объединят с работой на льду. Первый контрольный матч с местным «Динамо» уже 28 июля. С каким настроением хоккеисты входят в новый сезон, узнавал Михаил Якимов. Велоэргометрия – процедура, непопулярная для обычных граждан, но обязательная для спортсменов на медосмотре. С помощью датчиков доктора смотрят на работу сердечно-сосудистой системы под физическими нагрузками. Атлеты, особенно хоккеисты, регулярно испытывают их, поэтому сердце должно работать идеально. Чувствую себя отлично, подготовился к предсезонке, скажем так. И сейчас пройдем медкомиссию и начнем работать. Все рады, все давно не виделись, все хотят уже поскорее поработать, начать тренировочный процесс и поскорее приступить к играм. Никита начал тренироваться самостоятельно в отпуске с первых дней лета. Настоящий профессионал к сборам должен быть хорошо подготовлен физически. Получить допуск врачей – последняя и важнейшая задача перед стартом командных тренировок. В этом медцентре хоккеисты проходят обследование не первый раз. Врачи и медсестры с удовольствием работают с парнями. Ребята вообще молодцы, и я уже не первый раз с ними работаю, и приезжала к ним на место, и они сюда приходили, с ними одно удовольствие работать. Ну вот сегодня, например, казус был, почему-то подали списки, и все ребята почти названы Сергеями. Это очень сегодня весело было. Вместе обследование проходит вся команда – игроки и тренеры. Они тоже должны быть здоровы, ведь эмоциональное напряжение у тех, кто руководит игрой со скамейки во время матчей, требует не меньше сил, чем физические нагрузки игроков. Важны даже процедуры, которые не нравятся. У главного тренера Андрея Мартемьянова это забор крови. Процедурный кабинет позади, теперь нужно готовиться к работе на тренировочных сборах. Первые 4 дня у нас будут обязательно зарядки. То есть пробежки, работа на земле, и поехали. То есть работа будет по группам, более основательно с игроками будет проведена работа, более детально будем рассматривать варианты, которые нам надо подправить, и вновь привыкшим парням понять, что мы от них хотим. Ну, надеюсь, что за этот сбор мы проведем хорошую работу. Уже в пятницу команда уезжает на сборы в Минск. Тренировки будут на беговых дорожках и на льду. 28 июля у Сибири первый контрольный матч с минским «Динамо». Через день с «Витязем». После этой игры первый сбор закончится, и команда ненадолго вернется в Новосибирск. До следующих предсезонных игр в Москве и Нижнем Новгороде.